Здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео рассмотрим одну из самых моих старых, давних и козырных тактик на карте Мураванка. Я ей пользуюсь, наверное, уже года 4, а в игру играю 5. То есть вы понимаете, насколько это старая тактика. И за столько лет она не сломалась и все еще работает, будь здоров. Чтобы я приехал на эту тактику и не получил мастера, но это должно повести. Итак, для начала нам нужно с базы взять наш быстрый танк. Это может быть ЛТ, либо СТ. На тяжелом танке все-таки не стоит, наверное, на эту позицию ехать. Приезжаем сюда под холмик. Сразу же от кустика подсвечиваем. На СТ-шке можно здесь основательно так засесть, играть от башни и, в принципе, удерживать эту позицию, подсвечивать от кустика. Но на легком же танке прямо-таки удержать с первой минуты, возможно, не получится, поскольку у парантов в игре много. Для начала на легком танке следует лучше, не останавливаясь, сделать прокаточку, либо если у вас очень быстрый ЛТ, и вы уверены, что вражеская ЛТшка не успеет первая в этот куст, то можете посветить от куста. Но если у врагов есть куча быстрых ЛТшек, лучше сделать такую безопасную прокаточку по этому холмику, высовывая одну башню, целым корпусом на бугор вылазить не нужно. И если враги вас не напрягают, можете здесь дальше действовать. Если враги вас напрягают, можете откатиться сзади. Есть в начале этого бугра хорошие деревья с кустами, за которыми можно безопасно светить, либо стрелять. Возле начала этого бугра также есть еще и домик. За ним очень хорошо прятаться, вас туда не прострелит никто. Эта позиция очень хорошо просвечивает поле перед собой, очень дает много прострелов налево и направо, да и в принципе вперед через кустик тоже можно стрелять. Ну и если вас напрягают, то очень много есть способов, куда уехать и как безопасно спрятаться сзади, две позиции тоже есть. Две самые опасные вещи, которые вы можете на этой позиции встретить, это прострелы, которые я сейчас показываю на карте красным, с балкончика врага. Они простреливают немного так с правой стороны, слева так как-то не очень там дома им мешают, но когда вы отъезжаете назад, они могут вас прострелить. Поэтому имейте это в виду, что когда вы в свету отъезжаете назад, вас могут с балкончика прострелить в этих местах, которые я показал на карте. Также очевидно, что в этом месте простреливает арта. Но вы видите, что в этом бою две арты. Я, в принципе, с артой не боюсь ехать на эту позицию, поскольку одну-две тычки от арты еще переживу, может быть, ну и после этого уеду. Но чаще всего арта на этой карте фокусит не меня в этой позиции, а, как ни странно, ищет, где там стоят тяжи за бугорками. Поэтому даже с артой я все равно еду сюда, потому что я хочу играть. Приехали мы вначале на центр, и после этого нужно внимательно смотреть на карту. Во-первых, карта нам даст очень много урона с этой позиции, если мы будем внимательно на нее смотреть. Во-вторых, карта нам даст знать, когда нам пора ехать отсюда. А пора нам ехать отсюда в том случае, если фланг, который находится возле воды, союзниками продавлен, либо у союзников там есть преимущество, то мы можем поехать, безопасно объехав при помощи своей скорости, и помочь им, прямо въехав во врагов и настрелял урон, при этом продавив этот фланг с водой. После чего нам нужно доехать до красной линии и от башни подсвечивать и настреливать урон по вражескому балкончику. Если у нас в этот момент на базе все плохо, то продавив воду, нам нужно возвращаться на базу под красную линию и отыгрывать от бугорка с кустиком. Следующий расклад. Если мы находимся на центре и фланг с водой, враги его выиграли, либо союзников там почти не было, то нам нужно сниматься с центра, поскольку они нас будут все время подсвечивать, и мы умрем на этой позиции. Нам нужно ехать назад, на свою базу, под красную линию, под бугорочек, и от кустика там все светить и настреливать урон. Вот, в принципе, такая вот тактика. Все очень просто. Главное внимательно смотреть на карту и думать, где мы будем полезны. С центра можно поехать в любую сторону, при любом раскладе боя, и помочь. Либо в атаке, либо занять какую-то стратегическую точку для подсвета и нанесения урона. Что на вражеской базе, что на своей базе, под красной линией очень классные кусты с бугорками, от которых хорошо светить и настреливать урон. Ну и если это какой-то турбобой, можно просто поперек деревни поехать на другой фланг, въехать врагам на лицо и настрелять урон, если бой уже быстро заканчивается.
Самое главное – это внимательно смотреть на карту и заранее переезжать в удобные позиции. На центре, под красными линиями, либо где нужно помочь союзникам. В целом мне эта карта очень нравится, и играть на ней никогда не составляло у меня труда. Были очень далекие времена, когда эта карта представляла из себя лес чудес. Тупо густой лес с кучей деревьев и кустов, в который въезжаешь, и пока не врежешься врагу в лицо, ты никого и не увидишь. Это, наверное, единственный период на этой карте, когда было не то чтобы сложно, а как-то не совсем контролируемо и не совсем понятно. В целом карта переделалась очень хорошо, и играть мне нравится на обоих респах на этой карте. Она имеет очень удобные позиции, очень хорошо играть на моих любимых СТ-шках на этой карте. В принципе, карта пушка, как и эта тактика, которой я пользуюсь, и она приносит мне все время большие результаты. Честно говоря, я даже не помню, когда на этой карте у меня возникали какие-то вопросы, куда ехать. Даже не глядя на сетап, я могу просто сюда приехать, и результат будет просто офигенный. Конечно, ВБР и всякие упоранты могут принести немного неожиданностей, но все равно застать врасплох они меня не смогут, поскольку на этой позиции я каждый миллиметр уже изучил досконально. Я думаю, буду почаще делать такие вот видео, как это. А мое обещание сделать видео, где я подробно расскажу стандартные разъезды для всех классов техники, я, наверное, перенесу это не в видео, а в стрим. А после того, как тот стрим пройдет, он все равно останется на канале как видео, и его можно будет смотреть. Если вам такая идея подходит, пишите в комментариях. А всякие офигенные чумовые тактики по типу этой я буду делать отдельный видос. Конечно же, для этого мне нужно сначала наиграть этот бой, для того чтобы не только на карте стрелочками показывать, но и на фоне вы видели визуально, как я играю. В принципе, этот формат очень сильно похож на старую рубрику «Идеальный маршрут», в которой я делал в принципе то же самое, что и в этом видео. Но поскольку я не первый раз такие видосы делаю, я надеюсь, я в принципе очень доходчиво до вас объяснил. Но если что-то непонятно, пишите в комментариях. С вами был Варчик, играйте красиво, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, для того, чтобы не пропускать видео и стримы. Всем пока!